Привет! Котя. Как всегда, спящий кот. Понедельник. Все едут на работу, мы едем в Диснейленд, поэтому мы немножко стоим в рабочем трафике. Моя коллега нашла нам... Точнее, моя коллега там работает, она нам организовала билеты. Так что мы едем сегодня отдыхать. Вчера 2 часа изучали мобильное приложение Диснейленда. Огромный просто парк. Я понимаю, почему его за день нельзя посмотреть, но мы сегодня так хоп-хоп-хоп, наверное, посмотрим несколько красивых мест. Вот наша adventure началась. Рада. И мы идем в наш первый рай. Такой парк огромный, такой крутой. Мы сейчас будем кататься на санках бобслей. Поверни голову. Я первая. Ну что, как ваше впечатление? Блин, страшно. Я сидела на козырном первом месте и такая все видела. Она там прямо некоторые места. Я думала, мы сейчас просто врежемся в соседнюю этот бобслей. Вот. Мы так. Мы идем на spaceship. Блин, как тут, конечно, круто все сделано. И просто огромная территория этого Диснейленда. И это только один парк. Ты что, космонавт? Ты всегда в космос хотел. Ну все, мы в космос, ребята. Вот тут не самый главный пункт управления. Поехали! Самая крутая штука, которую мы за сегодняшний день попробовали. Котя, ты как? Я считаю. Зацените, что мы здесь нашли. Знаешь, что я вспомнила, что в таких парках всегда бывает? Все ходят и едят сладкую вату. Вот на этих лошадках, кстати, я никогда не каталась. Можно там покататься? Но так просто чисто, чтобы галочку поставить. Чек дан. Телефон убери просто на секунду. Детское счастье сбылось. Я, если не успела я не подойти в коэффициент покататься, так вот 35 лет катаюсь. Это новый парк, мы сейчас идем. Star Wars называется. Новые декорации. Ты ни разу не был, да? Нет, не был. Их просто было уже в Диснейленде. Я первый раз здесь, в местном Диснейленде. Спустя 2,5 года, блин, мы живем в получасе от него, люди приезжают со всего мира. Вообще, конечно, потрясающе, столько эмоций. Do you feel the dark force? Ого! Ого! Ничего себе! Охренеть! Lieutenant Adnan, please report to base. Look at this. Снимаешь? Да. Охренеть. Я потеряла Вика, он ушел снимать тут офигенный корабль. Видите, в каком антураже я сижу. Собираюсь есть свой банан с peanut butter, что мы не завтракали. Вот, ну, конечно, это потрясающе. А Вик ушел фоткать вот эту вот фигню. Фигню эту. Я, на самом деле, небольшой фанат Star Wars. И, честно, я, по-моему, даже не смотрела ни одного эпизода. Но то, конечно, как это все здесь представлено, это фантастика. Похоже как будто на настоящие декорации, как, когда снимают фильм непосредственно. Смотрите, как классно, все детали, как будто там мост треснутый на нем. Вот тут вот пули, следы от пуль, где они? Вот там вот следы от пуль вообще. Это все настолько реалистично. На Спайдермена надо будет еще сделать. Мне кажется, там, это уже там. Это что это за шип? Ну-ка расскажи про него. Миллениум Фалкон. Миллениум Фалкон. Открывай дверь, я
Блин, так круто. Сейчас она такая открывается, и там такие монстры на тебя. Вот, видишь, вот смотри, видишь, он с каким попугаем странным сидит, инопланетным. Ага, это всякие гифшопы. Красота, огонь просто. Это, кстати, аттракцион построен 2 года назад, как раз перед тем, как COVID, то есть он фактически вот только-только сейчас открылся. Transport is ready. 9 nominees shall personally see them delivered. Thank you, Lieutenant. Welcome to the cause. May the force be with us. Commander Paul Dameron and a squadron of X-Wings. Use both sides of the corridor. Keep your unit together. God, we're on space station. Короче, по линейке, нас зачем были на чужой корабль, да? Да, и мы сейчас будем оказывать сопротивление. Это самый крутой, как бы, наверное, аттракцион, на котором мы хотели побывать, и он реально крутой. Tell them it's a prisoner transfer. Cover is blown. Find an alternate route. Who picked these two droids anyway? Это был очень крутой аттракцион, прям очень. Мы с Виком говорим, сколько всего надо написать, продумать, сделать, забилдить, чтобы вот все это было реалистично. А, я помню эту штуку, мы здесь были. Да. Индиана! Так, мы сделали только что Индиана Джонс Адвенчер. И сейчас мы идем на Сплэш Маунтин. Мы на самом деле столько успели, мы купили специальные пасы, и это вот так вот сработало. Мы планировали всего сделать 4 райда, мы, короче, их сделали за первые, наверное, 1.5 часа, и сейчас мы еще на все подряд ходим. В общем, мне кажется, мы сегодня весь Дисней обойдем почти, да, весь? Ну, много очень. Много, да. Мы сейчас пойдем вот на это, смотрим. Нет, это падение. Мы плывем в Бревне. Я буду снимать, как ты кричишь. Это было тренировочное. That's what we know. Pretty good shows you won. Pretty good shows you won. Ты что, готов? Готов. Сейчас мы поменяли парк из Диснейленда, пришли в Калифорния Адвенчер. Наша карета приехала. Мы, кстати, в самом начале почти.